Привет, друзья! С вами Владислав Семенченко, и вы на моем канале о разумных инвестициях. И не просто на канале о разумных инвестициях, а в рубрике «Термины и понятия». Сегодня мы поговорим, как всегда, о моих любимых облигациях. Итак, облигации. Облигации – это долговой инвестиционный инструмент. Когда мы покупаем, приобретаем чьи-либо облигации, это значит, мы передаем наши деньги в долг, одалживаем. Этим облигации очень похожи на депозит, но они значительно лучше депозита, как вы поняли из названия этого видео. А почему? Слушайте дальше. Первый и самый огромный из плюсов облигаций, и этим он точно лучше, чем депозиты, это то, что мы можем передавать наши деньги в долг целым государствам. Ну, сравните. Или отнести депозит в обычный коммерческий банк, или одолжить наши облигации Польше, Германии, России или Украине. По-моему, это несопоставимые риски. Также вы можете одолжить свои деньги государственным компаниям, да, доля государства, в которых больше 50, это железные дороги или государственные банки. Мы дали определение облигациям, узнали, какой один из самых больших плюсов я вижу. Теперь пойдем по структуре, что же это такое, да? Первое. Покупая любую облигацию, то есть передавая деньги в долг, вы эти деньги, как правило, этот долг, как правило, фиксируете на определенный срок. И за то, что вы передали эти деньги в долг, получаете дивиденды, которые очень похожи на процентные платежи по банковскому депозиту. Но лучше, потому что доходность по облигациям считается ежедневно. И еще не стоит забывать, что доходности по облигациям всегда выше, чем доходности по депозитам. То есть вы можете отнести в банк депозиты под 2% в долларе, а купить облигации этого же банка по 6, по 7, а иногда и по 8%. Давайте немножко вернемся и остановимся поподробнее на ежедневных доходностях. Да, купив в понедельник облигации, а продав их в среду, да, вы получите доходность за 3 дня владения облигациями. И сразу вот в этом моем повествовании есть еще плюсы. В отличие от депозита, вы можете купить и продать облигации в любой момент. Если вы открываете депозит на 3 года, то значит без штрафов вы его закрыть за 3 года не сможете, а облигации сможете купить и продать. Как вы уже поняли, облигации можно купить на рынке, на бирже в любой момент и продать в любой момент. Соответственно, в отличие от депозита, у нас появляется два источника дохода. Мы можем купить облигации дешевле и продать облигации дороже и получить так называемый торговый доход. За время владения облигацией мы будем получать дивидендный или, как в случае облигаций, говорят, купонный доход. То есть у нас с вами есть два источника дохода – торговый и купонный. Изменение цены облигаций – не настолько риски, как изменение цены акций. К примеру, всем вам известна американская корпорация Apple. У них есть акции, и покупая акции, вы участвуете в успехе или неуспехе компании Apple. Но купив облигации, вы передаете свои деньги корпорации Apple в долг. Да? Отсюда, если у компании Apple как-то бизнес-дела идут не очень, то их акции будут падать. Или вот как, к примеру, сейчас коронакризис, да, и акции падают в цене. Но облигации компании Apple за это время только выросли в цене. Потому что инвесторы знают, что у компании Apple огромное количество миллиардов кэша на расчетных счетах. И облигации свои компания Apple обязательно выкупит и заплатит по ним по процентам. Теперь поговорим о купонном доходе. Как я и сказал с самого начала, вы даете в долг, покупая облигации, на определенный срок. На год, на 2, на 3, на 5 или на 10. Да? Что значит этот срок? Это значит, что по прошествию года, двух, трех, в зависимости от того, на какой период выпущены облигации, эмитент,
То есть компания, которая выпустила эти облигации, их у вас купит по номиналу. Как я и снимал неоднократно в своих видео, когда пытался рассказать вам о такой характеристике инвестиций, как надежность, облигации, на мой взгляд, это надежный инвестиционный инструмент. Почему? Еще почему? Сравнивая их с акциями, облигации и акции, мы видим, что облигации и акции работают в противовес. Когда рынок акций падает, облигации растут. Все очень просто. И наоборот, когда рынок акций растет, облигации несколько падают в цене. Не так сильно, как могут упасть акции. Если вы хотите глубже понять, да, и посмотреть реальные примеры с графиками, смотрите видео, ссылку на которое вы сейчас видите на экране. Итак, друзья, сегодня попытался разобрать с вами, что такое облигации и с чем их едят. Сравнил их с депозитом, очень похоже, и немного отличил их от акций. Если вы хотите оставаться на вот этой информационной, инвестиционной волне, то подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом новом видео и пишите комментарии с вопросами. Именно они лягут в основу моих следующих видео. И да, делитесь в социальных сетях, вам будет плюс в карму, а вашим друзьям польза. Ну а пока, пока и классных, надежных и крутых инвестиций.